Ну, сложно начиналось. Там всегда входить в чемпионат проблематично, тяжеловато игровой практике, как бы, несмотря на то, что там много предсезонных матчей было, все равно сумбур сегодня был. Ну, благо выиграли. Во втором периоде не так ярко выглядели. Что случилось с командой? Перестраивались или Северсталь добавила? Ну, не сказать, повели просто, может быть, чуть-чуть почувствовали как бы уверенность. Там ненужный гол пропустили, и опять интрига вернулась. Не реализовали много большинства сегодня, только один гол при реализации лишнего. Чего не хватало? 5-3 в том числе не забили. Ну, большинство хромает еще с того сезона. Работаем, тренера подсказывают, пытаемся. Ну, первая игра, посмотрим, как дальше будет. Ну, вы один из самых опытных игроков в команде. Вот в концовке как-то подсказывали молодым? Что-то говорили на скамейке? Молодые не играли в концовке.